Четыре. Давай, давай, брат, разоваривай, разоваривай. Да все нормально, все нормально. Разоваривай. Давай я тебя подтяну чуть-чуть выше, братуха. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 19-52, да? Azov alayının həkimlərinin ön cəbhədə yaralı əskərlərə tibbi yardım göstərməsinin görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda alayın həkimlərinin ağır şəraitdə, lazımi işıqlandırma belə olmadığı halda döyüş meydanından çıxarılan yaralı hərbiçilərin yaralarını sarması, digər zəruri təcili tibbi yardım göstərməsi əks olunub. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Что болит тебе, блядь, с сколов торчит там? Нормально. Он не засовывает, он просто наклеивает. Что там просто заебись. До больнички давай. Тинзель, блядь, контуженный, да? Масяня, перевірчи, в нього абсолютно нічого біля себе нема. Видишь, ну то я так я тебе побеспокоился, блядь. Ну то чтоб ты футбол бігав. Зараз, зараз, ще чуть-чуть потерпи, ми попустим, стане легше. Що футбол поіграємо. Холодно, никому не холодно. Нет. Блять, пацаны, будете писать рапорт, чтобы вам нам ничто не давали. Да нет. Парни, выключите фонари. Давай, спрячь, блять. Блять. Тот фонарь, блять. Зараз, братан, кишка улетить. Я попущу тебе турникет и затампоную. Там артерия не зачеплена, ты не маешь тих, почати тих тестирую. Якщо ти зміг піднятися, значить тебе хребет не зачіплений. Повезло тобі. Так, повезло. Скоро вернуться. Звісно. Довго заживати не буде. Маленько, все добре. Ти, ну, не, все, ти не течеш. А ти боявся. Спокуха. Та, блядь, що ти його слухай? Пулю може взяти. Ні. Ні, тут чисто. Давайте, їбати на вас відео, Вже поїхав. Масяня. Тихо. Уже не терпне, блядь. Опа. Ще разок, ще давай. Опа. Опа. З Києва. Слава, поїхали. Давай, само Києва. Брат, я зараз посуну ногу. Запиши, в яку больницу. Ти в нас київський, так?